Накануне глава Бурятии посетил «Трактор 03» – компанию по сборке сельхозтехники и производству комплектующих. Так, с белорусами работаем, когда по субсидированию увеличим финансирование. Надо по правилам надо будет посмотреть. Хорошо. Вот уже 2 года здесь производят грабли и волковые ворошилки. В этом году представили новый проект «Кормилец». Мы им гордимся, мы считаем, что это один из лучших на рынке в данный момент. Раньше погрузчики были, во-первых, с низкой грузоподъемностью 800-900 кг. Мы учли пожелания наших фермеров и увеличили до 1 тонны. И угол загрузки стал намного выше. При этом подняли грузоподъемность и высоту подняли. Стрелу увеличили. Да. Себестоимость кормильца ниже, чем у конкурентов, поэтому заказов на него много. В ближайшем будущем здесь планируют наладить крупноузловую сборку тракторов «Беларусь» и роторных косилок. Пока что то, что вы видите, это первые образцы техники, которые изготовлены здесь. Скоро они поступят в продажу. Рынок где-то 80% у нас будет в Республике Бурятия, около 20% рынка будет в Забайкальском крае. Идея такая подошла нам каким образом? Тоже по совету наших товаропроизводителей, потому что мы говорят, что почему мы возим там товар откуда-то из западных регионов России, почему не можем сделать сами. Оказывается, можно сделать, поэтому мы на этот шаг пошли. При поддержке, подчеркну, Министерства сельского хозяйства, Минпрома и Фонда регионального развития Республики Бурятия. Глава Бурятии уже поручил правительству увеличить субсидии аграриям на приобретение техники, собранной в республике. Так что кормильцев хватит на всех. Дарья Белева, Александр Гостев, телекомпания АТВ.